На газ не нажимать. Разрешенную скорость в Омске могут понизить, где и когда введут ограничения. Молоко убежало, а вместе с ним деньги фермеров. Селяне обвиняют в обмане владельца крупного маслозавода. Неправильных пчел запретят законом, а сигареты не продадут даже совершеннолетним. Самые странные законопроекты 2017 года. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.